Чи. Как и обещал, в группе в новом видео будет секретный гость. И вот, случилось нам. Старина Алекс, братан, иди сюда на. Е, нахуй, это старина Алекс. Чё, братан, как жил, нахуй, полгода? Нормально, заебись. Вообще заебок, да. Батл отсудил жестко, нахуй. Короче, блядь, слушай, я тебе тут 10 вопросов, блядь, написал и это. Сейчас ты, короче, на них ты мне будешь отвечать, нахуй. Понял, сука? Так, первый вопрос. Как ты относишься к батлам в России? Отлично. Так, второй вопрос. Ты вел батл Шейди против ХСМа. Как тебе их противостояние? Что ты можешь выделить? Кто из них победил? Как тебе была толпа, нахуй? Толпа стояла как пингвин. Сука. Так, блядь, заебись. Третий вопрос, короче. В декабре будет драка Рома Жигана против Паши Техника. Кто из них выйдет победителем? Рома Жиган. Рома Жиган. Ну хуй, понятное дело, блядь. Он всегда всех пиздушит нахуй, блядь. И всех корей загубается, блядь. Так, четвертый вопрос. Нравится ли тебе русский рэп? Назови самых, на твой взгляд, 5 самых пиздатых исполнителей. Первый класс, Шок, Илюха Фок, Оксимирон, Стольный град. Нихуя ты пиздатый. Кто был чуваков слушаешь нам? Да, первый класс, так вообще возвращение, блядь. Наебали всех будто, блядь. Типа, блядь, вернется, тут нихуя он не вернулся, блядь. Так, шестой вопрос. Если ты батлился с кем, ну хотел бы выйти на батл? Подумай, сколько хорошенько подумай. С Оксимироном. Так, седьмой вопрос. Твой любимый батл? Вообще нахуй. Оксимирон против Джой. А, там хули грайм был пиздатый нахуй. О, Ю, ты знаешь, что был всем. Да, мне тоже этот батл нравится, так. Неплохо. Я, блядь, посмотрел сейчас 26 лямов нахуй, блядь, 2016 года, блядь. Посмотрим, я охуел нахуй. Так, восьмой вопрос. Почему современные молодые слушатели выбирают пидорство типа Фарона и ЛСП? Это же нихуя не круто. Да, блядь. Но почему? Объясни. Почему выбирают эту хуйню? Не знаю. Потому что это, блядь, мне кажется, сейчас модно быть пидором, блядь. Хуйня. Не просто хуйня, блядь, а такое говно. Я, блядь, вообще слушать его, блядь. Топить его нахуй надо, блядь. Так. Старина, сейчас тебе еще один вопрос, 9-й был. Тебе предложили контракт на совместное участие Джонни Боя и ЛСП. Ты бы подписал? Я бы слил этих пидоров. Правильно, нахуй, нехуй этим пидорам вообще с ними делаем. Ушарян пидоры, нахуй. Один, блядь, безумие, другой, блядь, проебал Джо этому Окси, нахуй, блядь, вообще, нахуй, пидор, блядь. С унитазовую карьеру можно слить. Так, какой, десятый и последний вопрос, блядь. Какой самый известный биф в русском рэпе ты знаешь? Привет. Деса? Или кого? Первый класс. А, да это жесткий бизнес. До чего он довел, короче, что, блядь, в 2009 году, блядь, где-то в Германии, нахуй, Десару в живот стрельнул, пиздец, нахуй. И там чечены еще классы порезали. Ну, короче, жестоко противостояние было, блядь. Вообще пиздец, короче. Ну, чё, народ, это была первая часть, нахуй, и, блядь, скоро это видео я выгружу в интернет, вся хуйня, короче. Подписывайтесь нахуй на мой канал, Deadflow, блядь. Пока, с вами был Хэс, нахуй.